короче, занимается машиной, да? А что на работе сказал, не знаешь? Впереди пост ДПС. Ограничение 70. Не, ну он же этот учеников сейчас не обучает. Как, а вообще разговаривали? Чё он вообще? Впереди камера, ограничение 60. Ну, не как будто бы так и надо, а просто уже понял, что ну нужно просто исправлять этот косяк, и все. Ничего тут. Нет, я не разговаривал, ну, я вот в тот день его, я поговорил коротенько совсем, ну, просто, скажем так, подбодрил, да, в такое, как бы, в такое состояние, чтобы у него там упаднического состояния не было, я его подбодрил, но предупредил, что буду ему мозги промывать, вот, а после этого не общался, потому что, ну, сам умотал в Питер по работе. Ну, я вот сейчас возвращаюсь, подъезжаю к Москве, мне осталось 120 километров. Ну, да, да, я вот и стараюсь, чтобы это... Ну, по работе ездил. Да, нет, нет, по своим... Ну, как, не по своим, ну, по работе, да. Нормально. Не, ну я этот нормально это отдохнул, но ночью спал, днем останавливался, поспал часок. Нет, не выматывал себя. Да. Че? Ну. Вчера какое число было? Второе, да? Да, вчера я еще был в Москве. Вчера я уехал в Питер. И вот сегодня возвращаюсь. Что Юлька рассказывала? Алло. Я что-то перестал слышать. Вот, да, сейчас слышу. Камера в спину. Ограничение 60. Ну, хорошо, так и надо. Чё, надо присматриваться к людям. Не ко всем подряд.
Бабуля как? Отошла, пришла? Ну, она, наверное, вспомнила, да, там, свою молодость. То, что там было, то, что сейчас повторилось. Да-да-да. Впереди город. Ограничение 60. О, въезжаю в Московскую область. С, ну, с севера, со стороны Питера. Ленинградское шоссе. Ну, пока трасса М10, но она перейдет в Ленинградку. Вот, ну и чё? Ага. Впереди пост ДПС. Ограничение 40. Ну понятно. Кто-то тупо себе домой забрал. Сейчас, погоди. Алло. Да, ну я просто пост ДПС проезжал, телефон убрал. Да, все. Так, ты сегодня ездила, да, туда появился? Ну, да. Ага. В смысле, ее долго делают или она надолго ее хватит? Ага. Впереди камера. Ограничение 60. А куда сказали, нет? В Боткинскую, ага. Сто пятьдесят.
А что вообще хоть говорят-то? Ага. 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 Да тебе надо прекратить уже нервничать. У тебя все от нервов, все от головы. Все от этого. Впереди камера. Ограничение 90. Мама, ты можешь трубку немножко получше держать? Ну да, вроде получше. Ну да. Да, нормально. Я вообще, я слышу голос. Голос слышу, а разобрать, что ты говоришь, я вообще не могу. Ну давай.
да, вроде более-менее слышно. Да нет, у меня антенна полная. Я вот звук слышу, но это такой вот сплошной вот какой-то поток звука, я слова не мог разобрать вообще. Сейчас, да, сейчас слышу. Да, там вызвали кого-то срочно другого. Впереди город. Ограничение 60. Мам, у меня к тебе просьба, пожалуйста, не глотай окончание, говори четко. Вот ты как-то волнами говоришь. Я тебя слышу хорошо-хорошо, а когда ты начинаешь говорить много, у тебя голос становится тише, и ты не договариваешь. Я понял, в чем проблема. Я не слышу, что ты договариваешь. Ты ты уже говоришь. Я так понимаю, в голове следующее слово говоришь, не договорив языком предыдущее слово. Вот. Сколько операция длится, сколько она длится и на сколько это положит вообще? А где анализы сдавать, сказали? Блин, мы вот проходили всю эту процедуру. А, ну хотя тебе в Боткинской направили в твою поликлинику, да? А, ну все, хорошо. Впереди город. Ограничение 60.
Ага. Имею в виду, так, опять нормально говори, имею в виду, что у этих, у анализов там есть сроки годности. Поэтому сначала какой-то в первую очередь сдать, который дольше действует или там дольше делается. Впереди камера. Ограничение 60. Осторожно, дети. Ограничение 60. Да вообще, расслабься, не нервничай, все тихо, спокойно, чтобы не это, не ухудшать. А после операции, чтобы все нормально восстанавливалось, тоже спокойно, на расслабоне, без нервов. Что? А чё бояться? Они только лучше будут делать. Чё бояться-то? Чего? Мам, не торопись, а говори медленно, пожалуйста. Что женщина там? Ага. Впереди камера. Ограничение 60. Что говорят?
Ну или может быть наоборот, попроще, может быть там сетчатку эту сложно там как-то восстанавливать, да, и там процент успешного там выполнения операции как бы меньше, да, берутся за то, что процент выше, и чтобы побыстрее это сделать. Что он? А что именно? Впереди камера. Ограничение 70. Честно, я прилагаю все усилия, чтобы слышать. Я уже телефон запихал в ухо, причем пробовал в оба уха запихать. И я очень сильно напрягаюсь, чтобы быстро успеть додумать, что ты говоришь. Да, мне осталось уже 85 километров.
Впереди мобильный что? Пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Но я пока не в сторону дома. Да, а потом домой. Да, нормально все будет. Угу. Да, все хорошо. Ага. Все, пока-пока. Господи, как так слушать? Ни черта бы не слышно. Телефон что ли сдыхает уже? Впереди город. Ограничение 60. Да, что далековато-то? Вот на данный момент осталось 83 километра. Нет, не устал. Если бы я днем не ложился спать, я бы уже в Москве был. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Как роли не играет? Играет, на качестве видео сказывается. Теперь вот
полтора часа ехать в темноте. Вот, а так бы засветло все было бы. Ну, а в Москве и так светло. Вот, а на самом деле, ну, я, наверное, немножко схалтурил. Меня не клонило в сон. То есть я как бы не это, не засыпал за рулем. Ну, просто что-то захотелось. И я, ну, вырубился быстро. Значит, ну, наверное, организм все-таки хотел, а я немножко еще и подзаставил себя заснуть. Ограничение 70. Впереди город. Ограничение 60.
Осторожно, дети. Ограничение 90. Впереди камера. Ограничение 70. Впереди камера. Ограничение 90. Возможен затор. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Странно, конечно. Едешь по трассе, везде фонари горят. Въезжаешь в город. Впереди камера. Ограничение 60. Вроде как бы города у нас наоборот освещаются. Это все вопросы к мэрам городов. Найден более быстрый маршрут. Солнечногорск. Половина фонарей горит, половина не горит.
Впереди камера. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60.
Впереди камера. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Впереди город. Ограничение 60. Осторожно, дети. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60.
ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 70. Впереди город. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60.
через полтора километра. Держитесь левее. Впереди камера. Ограничение 50. Впереди город. Ограничение 60. Осторожно, дети. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 90. В
Впереди город. Ограничение 60. Осторожно, дети. Ограничение 60. Впереди город. Ограничение 60. На самом деле, как стемнело, так впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости.
Ограничение 60. М10 как-то далеко. Как, короче, от Твери до Москвы все было освещено. Приехал, блин, в Москву. Соскучился по пробкам. Ну, замечательно. Замечательно. Ты же, по-моему, развязку на Шереметьево проехал. Слушай, а не проще ли доехать до дома на автомобиле, а завтра не будут везти? Нет, не проще, у меня немножко другой план. Thank you.
Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 60. Сколько ты будешь пищать? Сбили мотоциклиста.